Вернемся к нашей декоративной фреске. Вот сейчас у нас мы уже поставили ее на место, где она будет стоять. Чтобы уже увидеть, так сказать, свет, который будет живой. Пока тут несли мы ее немножко. Добавили колоритика. В Киеве, что там, проспект Московский, да, 8. Да. Приходите. Вот здесь будете, можно здесь будет увидеть и наши работы, и работы других мастеров. Замечательных, так сказать, как я говорю, авангарда киевского декора. Вот. Сейчас попробую сюда принести еще фресочку. И посмотрим, как она будет по размеру. Ну, вроде смотрели по размеру, насколько ее там опустить, поднять, чтобы понимать, где ее начинать клеить. Ну и здесь посмотрим, как она уже в этом свете. Смотреться. Так что не включайте, оставайтесь с нами.